Всем огромный привет, друзья! Как приготовить ужин, когда у тебя ничего нет? У меня есть подсохший лаваш, тук-тук-тук, есть фарш. Фарша у меня 450 грамм, килограмм 200 грамм капусты есть, 120 грамм лука, 2 яйца, 2 ложки с горкой сметаны. У меня на сегодня есть черный перец, 150 миллилитров молока, соль. Нужно мне быстренько покрошить лук, мне его нужно обжарить вместе с фаршем. Забыла сказать, что еще нужно ложки 4 подсолнечного масла или оливкового. Налила я 2 ложки смешанного масла, у меня оливковое с подсолнечным. Теперь опускаем сюда лук. Немножко его обжариваем, добавляем фарш и готовим до готовности. Одну минуточку обжаривала лук, теперь опускаю сюда фарш. Фарш у меня смешанный, говядина со свининой. Сейчас я измельчаю капусту. Фарш почти готов. Добавляем сюда перчика черного по вкусу и соли. Покрошила килограмм капусты. Надо ее немножечко примять. И нужно ее потушить до готовности. Наливаем примерно 2 ложечки масла. Выкладываем капусту. Капусту я буду тушить под крышкой. Мне нужно ее присолить, перемешать. И все, я выключаю. Добавила в капусту фарш. Теперь мне нужно все это перемешать и немножко остудить. Сбила яйца. Отправила сюда сметану. Теперь выливаю сюда молочко. Подсолю немного. Сбрызну форму маслом. Я уже говорила, что у меня подсохший лаваш. Я его распределяю по форме. Я его прям промазываю очень хорошо, как приклеиваю. Я выложила половину начинки. Между этой половинкой я тоже проложу лаваш. Я его смачиваю. Положила начинку всю. И теперь мне надо его сверху укрыть. Видите, какая у меня почти полная формочка. Побольше надо. Вот сейчас буду также ставлю в разогретую духовку. У меня духовка разогрета до 180 градусов. Ну, минут на 20-25. Пирог с пылу с жару. Вот такой вот классненький пирожок получился. Высокий, начинки много, зажаристый. Супер! Находка. Лаваш – это находка для хозяйки, когда особенно нет времени. Я, как всегда, желаю вам всем крепкого здоровья, отличнейшего просмотра, настроения хорошего и всего самого-самого наилучшего. Всем пока-пока. А это уже послесловие. Смотрите, какой пирожок внутри. Режется классно. Запах тоже обалденный. Я уже попробовала. Мне очень понравилось. И начинка. И вот эта вот корочка теста из лаваша. Как все вкусно. Ребята, меня тут Лариса пригласила отведать пирога. Ну, я вам скажу, пирог, конечно, обалденный.